Здравствуйте, здравствуйте. Смотрите, как листочки уже опадают. Как красиво. Идем и маховички маленькие собираем. Но какая красота! Заходите к нам и в лес, и на канал. Подписывайтесь. Вам не сложно, нам приятно. Ради вот такой красоты. Ждем вас. Маслята, маслята, маслята настоящие. Не то, что тут обманщик. Ну, еще. Тоже на маринование. Пойдет. Видите, как вовремя пожаловаться. Ой, как я умею жаловаться. Ой. Сейчас, подожди. Я эти вырву. Не вмещается. Хожу кругами, слушайте. Какой красавчик. Так, это не маслята. Вот как. Слушайте, вот с другой стороны и уже не видно. Вот. Видите, какие лопухи стоят? Какие огромные. Выросли. Жидкости достаточно. Ну что, нам и большие пойдут. Это никто их не видит. Ой, сгнил переросток. Знаете, надо посмотреть. Жидкости полно. Выросли огромные. Ну это вообще, слушайте, это что? Это вообще старый, наверное, совсем. О, какие червяки. Видите, какой здоровый вырос. Фух, и уже весь разлазится. Но этот вроде не червивый. На-ка, посмотри. Разрежь аккуратно. Нормально? Че червивый? Вон тут такие лопухи стоят. А, выкидывай. На, вот этот здоровый тоже. Сразу подивись. Что там? Да, ничего. Что? Вот это здоровые такие, его даже він весь разлисся. Де? Да вони, то нет, то не маслята. Нет, там масленок, и він, як то кажуть. Да, кажется, говорушки. Видите, какие молоденькие красавчики. По штучке, и потом на маринование наберется. Ну, видать, у кого-то грибов было полно, что даже потеряли. Ой, видите, дай сюда, то мне тут у кого-то вывалилось, видать, из ведра, че, что хорошие такие. Я не думаю, що він з ведра. Чи він не... Ну вон лежав тут, он я в ці горушки положив. Хтось вивалився. Ну ти ж не будь викидувати хороший білий грибочок.
Какие красавцы. Да. Народ орёт. Теряются, наверное. Грибники ходят. Мы здесь немножко опять собрали. Не устала включать, потому что батарейка уже разряжается. Совсем мало. Вдруг белые найдем. Да не сможем снять, показать. Жаль будет. Как красиво. Смотрите. Какая нежность. Это, как всегда, для красоты. И смотрите. Это что они? Кто-то здесь резал. Видите, иди сюда, ведь. Хороший рядочек. Сейчас переберем, посмотрим. А то они могут быть и червивые. Что, братик? Ну да, двестики. Че не червивые. Разрезай на половину. Да? Нет, у нас в шапке дырка. Вот так бы беленькие росли. Зашли сюда. Ведь, может, березовая губка будет. Вот такие красотулечки. Вон еще вижу. Другой ряд какой-то. Рядовки. Отлично. Проголодались. А, такой сейчас березовая губка. Такая вкусненькая, что-то. Как сам простой обычный белый гриб по вкусу. Как раз на голодный желудок я еще сегодня ничего не ела. Пошли в лес. Что там? Окаймленный или березовая губка? Окаймленный или березовая губка? Ну, сейчас как раз прочистит желудочно-кишечный теракт. Окаймленный. Как обычный гриб. Он потом может горчинку дать. А что мы же ели молоденькие. Там после вкуса такая с горчинкой. Специально сюда зашли. Мы сейчас березовые губки найдем. Она уже так выросла. И хоть это. Что? Лежу я. Прожуй, потом говорю. А то, блин, ничего не поймут. Да. Поймут.
Вона поймуть, що я їм березову губку. Ой, смотрите, какая красота. Какие красопули. Какая прелесть. Иду, идем домой, ползем. О, какой красавчик. Ползем. Ну, может, еще что-то не видно. А, не е! Ты че, папа? О, о. Какие два красавчика по дороге, прямо возле тропинки. И слимак уже тут же. Сегодня нам немного повезло с грибочками. Два места таких. Вот еще что. Красотулечки. Ой, ну эти слимаки. Ну да, он рядышком. Ты чё? Ты куда дивишься? Что-то ты, папа, уже вообще. Гон прошел. Та який? На грибы. Муж ничего не видит. Вообще сегодня. Чего-то сегодня. Я чуть назад уже ничего не было. Ой. Все, я этих бил на стройке. На стройке все сбил. Ты давай, может, еще один пара. Вон какие красавцы, видите? Если найдешь. Да и ты давай шукай. Чего ж найдешь? Давай. Я издалека сегодня вижу грибочки. Ой. Красавцы, ну радует. И бутылка какая. Просто радует мухоморы. О, любители мухоморовчиков сюда бы. А какие прелести. Вот. Вот какой. Ой, какой красавец. О, везет, как нам сегодня. Какой это 21-й, 22-й? 21-й. Ну, 22-й с тем, который выбросили старый червивый. А какая шляпка у него. Ах, ах, ах. Будем дальше смотреть.